25 сентября 2023 год. Уходим в закат. Закат солнца. Ах, разве не красота? Сегодня без пятен на солнце. Вышел я специально, думаю, сниму также закат, как недавно снимал, и получилось, что как раз пятна были такие знатные на солнце. Ну вот, наверное, относительно. Горизонта, чтобы сейчас попаду, чтобы было видно, как солнце катится. Вот у нас веточки видны. Движение солнца, ну, это, конечно, не движение солнца, а солнце-то на месте стоит, а эта земля вращается относительно своей оси. И солнце для нас тут на Запорожье уходит за горизонт. Не жалею я, конечно. О, он меня спрашивал, а где протуберанцы? А он, по-моему, они слева. На 10 часов. По-моему, совершенно знатный себе такой протуберанец. Нет, уже ушел. Сейчас попробую резкость. О, а вот и пятнышки. Хо-хо! Вуаля! Ну, ребят, давайте. Я понимаю, что вы сейчас недолго будете видны, так как совсем уже в плотные слои атмосферы. Ну, ну вот это все, что я вам могу дать. А вон еще пятнышки есть. Вот их 2, 1, одно справа. Сейчас нижнего провода. Прям как на нотном стане у нас. Солнечные пятна. Солнечные пятна на нотном стане. Ну вообще красота. И пятна сняли. И пускай это будет протуберанец. А сейчас, наверное, через 40 минут будет МКС над нами пролетать. Я дождусь этого торжественного момента. А пока... Сейчас, наверное, сниму. Что я сниму? Сниму. Увеличу выдержку. Небольшая пауза. Один месяц, а? Месяц давно. Никто не знает, никто не знает. До скрывался месяц. Сейчас найдем. Не знаю. Сейчас потихонько. Эй, стреляй, моя ушница. Так, сейчас найдем. Опа, а вот он. Вуаля. Никто не знает, никто не знает, где сховался месяц. Сейчас. Не знаю. Резкость, это у меня сейчас, оно потом не забудь перевести на автофокус. Я никола и никола не видам рідного дому, чорні гори. Вот так, да? Наверное, сейчас выдержку уменьшу. О, так, по-моему, четче.
Никто не знал, никто не знал, где сховался месяц, не знал. Эй, стреляй, моя рушеница, что почула. Ну, аллилуйя, если еще поймаем МКС, будет вообще прелестно. Макрица, Черное море, Горное море. Эй, так, а вот здесь... Ну ладно, не будем сейчас просто объемные файлы, мне тяжело потом будет перебрасывать, шнура нет по снап-бриджу. Так, 25 сентября 2023 год. Запорожская область возле города Орехов.